Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Иматра. Вы слушаете радио Виола. У микрофона Виола Хейстони. Сегодня первый день 2012 года. Поздравляю вас с наступившим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья и успехов во всем. Я зачитаю вам красивые слова, которые мне прислала Светлана Вишнякова из Поморья. В этот светлый час с Новым годом вас! Счастья вам в дому, каждый день в году, желанных вестей да милых гостей. В добре поживать, с прибытком бывать, да чтоб были обновы, все живы, здоровы, достаток покрепче, на сердце легче. Спасибо, до свидания, до следующей встречи на странице радио Виола. Добро пожаловать, мы всегда рады вам.